Клим, давай лайфхак расскажем. Давай лайфхак расскажем. Скажи лайфхак. Лайфхак. Короче, если вы хотите в WhatsApp делать рассылку массовую по своим контактам, и чтобы у вас не было при этом надписи «пересылаемое сообщение», то нужно в айфоне конкретно зайти в заметки, создать новую заметку. Но это только с папочкой есть. Конечно, конечно, да. Создать новую заметку, написать текст, который вам нужно разослать, а потом там, нажать кнопочку «поделиться», поделиться через WhatsApp, и там можно выбрать хоть всех своих, собственно, все свои контакты. И дальше вы делаете «поделиться», ну, нажимаете «поделиться». Он предлагает еще там добавить что-то там, типа там надпись какую-то. И когда вы это добавляете надпись и говорите «отправить», все пользователи получают... Все получают это сообщение без надписи, пересланное сообщение. Вот такой лайфхак. Круто, да, Клим? Ну все. Ну все, выключайте сисифон, да?